Более 40 организаций участников, которые представили 51 проект, собрала 9-я краевая ярмарка социальных инициатив в Петропавловске. На ней жители и гости Камчатки смогли познакомиться с деятельностью, достижениями, вкладом в развитие края, некоммерческих организаций и инициативных объединений из краевой столицы Вилючинска, Паланы, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского и Быстринского районов. Некоммерческие организации края реализуют социальные инициативы, поддержанные на региональном и федеральном уровне. Они имеют зачастую лояльную целевую аудиторию, широкие медиавозможности, обладают высочайшим профессионализмом и компетенциями в своей сфере. Ярмарка социальных инициатив не просто демонстрация практик НКО. Это диалоговая площадка, направленная на укрепление политики социального партнерства, укрепление связи с местным сообществом, повышение лояльности к некоммерческому сектору, укрепление репутации организаций и объединений. Кроме того, участники ярмарки представляют свои инновационные подходы к решению проблем в социальной сфере, которые способствуют повышению устойчивости в деятельности, привлечению новых партнеров, выходу на новую целевую аудиторию. Организаторами мероприятия выступили Агентство по внутренней политике края и Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.